Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 7-е упражнение из рубрики «Упражнение для работы дома». Прочитаем задание. Самодиктант. Продолжи запись. Напиши по 5 слов с этими орфограммами. Обозначь орфограммы. Итак, первый. Редкий, реденький. Продолжим. Гладкий, гладенький. Д. Скользкий, скользит. З. Морозный, морозы. З пишем. Дальше. Поздний. Опоздать. Буква Д. Тетрадки. Тетради. Буква Д. Второе. Ванна. Перрон. 2 Р. Хоккей. Бассейн. Элла. Анна. Все это часть корней. Третье. Местный. Места. Честный. Честен. Устный. Уста. Корень уст. Грустный. Грустить. Ненастный. Ненастье. Прелестный. Прелестен. Четвертое. Мороз, морозы. Труд, труды. Пруд, пруды. Столб, столбы. Сноп, снопы. Вперед, впереди. Пятое. Лесной, лес. Летят, полет. Спою, пой. Дремли, дрема. Гроза, грозы. Лежит, лежа. Обратите внимание, здесь у нас непроверяемая гласная в корне. Так что можно еще расставить ударение. И последнее. Чашка, чаща. Живой, жиши. Чаща, чаща. Чудесный, чущу. Частный, чаща. И частый, чаща. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.